То, что выход Соединенного Королевства из ЕС окажет негативное влияние на финансовое состояние, чаще всего указывали крупные компании и торговые предприятия. Кроме того, на сей раз у компаний интересовались, какое влияние они бы ощутили, если бы сократились средства помощи ЕС. В среднем две из трех компаний отметили, что это бы не повлияло на финансовое состояние предприятия, а каждая четвертая компания считает, что все же ощутила бы отрицательное влияние. Возможное негативное влияние сокращения финансирования ЕС чаще всего акцентировали крупные и строительные компании, сообщил Департамент финансовой стабильности Центробанка. Правда, почти в два раза сократилось число предпринимателей, собирающихся в этом году расширить свой бизнес.